И сегодня у нас в гостях ударная установка XM World. В прошлом году мы как-то уже обозревали одну, и тут нам пришла еще одна. Она, в принципе, практически ничем не отличается. Немножко другая модель. У нее пады по площади и выглядит не так солидно, но зато есть несколько других интересных плюсов. Мне намного больше нравится здесь рама. Она выглядит более цельной, и есть вот такие вот журавли. Они регулируются вообще как угодно. Круто! Пластик по-прежнему кевларовый и очень тихий. Вряд ли вот этим можно как-то раздражать своих соседей, но если они у вас истерички, то тут ничего не попишешь. Нужно играть на скрипке. Бас-бочка до сих пор крепится к раме, и это очень удобно. Она по-прежнему никуда не скользит. И это просто благодать. Процессор остался тем же самым, внутри абсолютно точно такие же бредовые пресеты, но они вам не нужны, потому что когда вы покупаете электроустановку, это априори означает, что вы втыкаете в нее миди-кабель и втыкаете его в компьютер, а далее пользуетесь своими любимыми. Во всяких прочих установках вот эти вот кабели, которые соединяют пады, они, как правило, очень длинные, нелепые какие-то и распиханы непонятным образом. Здесь очень клевые крепежи, аккуратные, и все выглядит очень презентабельно. Отличная установка для того, чтобы учиться играть, для того, чтобы тренироваться дома, для того, чтобы, возможно, даже вывозить ее играть где-нибудь, не знаю, на природе, у костра. А, и еще сегодня я захотел праздника, поэтому на стене появляются такие странные точечки. Они мне очень нравятся. У меня сегодня какое-то хорошее настроение, чересчур хорошее. Вот эти точечки на стене тоже можно купить в магазине Skip Music, они, кстати, сравнительно недорогие. Никит! Стул продается? Стул не продается.